Вот у меня очень классно посылать наборы инструментов. Это самое. Сейчас вот сезон ремонта машин. У меня целая куча. Я просто ж, естественно, не готовился к нашей вот отвертке. Мультитулы. А ты имеешь в виду вот посылать это благодаря, туда? Так я этим постоянно занимаюсь. Благодаря тому, что вот у меня свой YouTube-канал, у меня рядом со мной, сзади меня, куча всех вот этих штуковин, которые я сейчас скомплектую посылки. Вот газовая горелочка, этот самый. Потому что это всегда очень-очень классно. Вот сейчас зеленка пошла. Вот это самое, не могу не похвастаться. Вот газ для, я показывал газовую горелочку, вот газ под нее. И я комплектую вот это в три подразделения. Вот это самое, лебедка. Вот, и все это вот благодаря тому, что я от чистой техники, я перешел вот, так сказать, благодаря работе моего канала, вот такие наборы ключей. Абсолютно практические вещи, абсолютно полезные. Вот, и это очень классно, так сказать, это очень-очень-очень, вот набор ключей, еще один. И это очень классно, это вот поднимает, так сказать, и дух боевой, вот такой вот очень крупный, большой разводной ключик. Это все то, что вот именно, так сказать, на передней линии очень, так сказать, необходимо и классно. Очень важно, что оно все используется. И оно вот, все используется. Вот для ремонта пластиковых штук, термопистолет. Вот термоклей. Очень удачные вещи, ударные отвертки силовые. Да. Они не просто ударные, а их можно там крутануть еще ключом. Да. Вот ударная отвертка, которую можно вот крупные ударить, и она проворачивает с усилием. Понятно. И вот это все благодаря работе моего канала. И большое спасибо людям, которые, так сказать, жертвуют деньги. Вот благодаря этому вот очень удачные вот такие наборы отверток. Недорогие и эффективные. Да, цельнометаллическая штука в этом самом. То есть это очень классно. Вот. И, конечно же, вот наборы ключей. Вот. И это очень классно. Вот я вместе со своей техникой. Вот пилочка такая, потому что сейчас идет зеленка. Были еще у меня секаторы такие, но вот сейчас просто, так сказать, уже отправил. Вот это у меня просто лежит вот рядом. Завтра буду комплектовать посылки. Вот в три подразделения пойдут вот эти вот все вещи. Вот, например, они мне сами подсказывают набор сверл. То есть это то, что, ну, реально вот, к сожалению, государство не снабжает, так сказать, а это все очень и очень, это вот оно все, 4 все в одном отверточка, да, вот это вот все вещи, они все которая, да, потому что, ну, бытовые вещи технические, вот отвертка 4 в одном, тут два самых распространенных шлица в одной отвертке и два самых распространенных крестика, большой и маленький. Очень удобная штука, тут металлическая вставка, специально вот, ну как уже модель отработанная. Нет, вот мне так видно, приятно похвастаться всеми этими делами. Вот благодаря, еще раз повторюсь, работе канала. Вот, например, средство для чистки. Сберегает испоки и чистить кулемет. Средства для чистки оружейных стволов. Харьков выпускает ХАДО. Это самая смазка чистящая оружейная. Вот, так что у нас очень классно. Вот один из этих баллонов, это вот это масло универсальное оружейное.
все эти расходники, они используются. Вот маленькая штучка, чтобы можно было всегда там в карманчик положить, не всегда просто удобно. Конечно, классно, когда пол-литровая такая, на великий кулемет. А вот эта вот маленькая штуковина, которую в карманчик можно положить, с собой всегда иметь. Там еще с тефлоном с каким-нибудь. Ну, там со специальными присадками. Это очень хорошая штуковина. И вот наши подразделения, вот те, которые... Саша, это практическая работа. Это вот, то есть одно дело действительно вести информационную какую-то работу, а другое дело вот так вот практически как... Я сейчас делаю танчики для разминирования. Вот благодаря своим ребятам, вот я купил, он же на аккумуляторах ходит. Вот аккумуляторы, это самое, для этого танчика. Это сколько там, 6 ампер? 40 ампер часов. Ампер 30 вольт, он выдает. 12 вольт. 12 вольт, да? 40 ампер часов. Небольшой. Небольшой. Вот их две штуки используются. По две штучки. Вот побольше аккумулятор. Их у меня вот таких вот просто по две штуки стоит. Это просто вот у меня стоит, ну, практически вот я сижу, и я весь обставлен вот этой всей штуковиной. Завтра буду комплектовать посылки, аккумуляторы ставить на свои танчики для разминирования. Вот. И это самое, будем использовать... Просто респект. Вот респект за вот фактически за неуемную энергию и за действительно полезные вещи, которые вот ты делаешь. Это вот без преувеличения. Большое потому спасибо. Что, ну да, да, да. Потому что это, во-первых, это дает конкретную пользу, а во-вторых, это еще и вдохновляет очень многих. Вот я увидел, какое это имеет и техника, и вот этот танчик для разминирования, и Леся та же, что это имеет очень классное психологическое значение. Конечно, конечно, Саш. Респект 100%.